Check your show, motherfucker. Где пропала Денис? Истинно, man tik ir šitas tev atspēc, es tik varētu savu tūmiņu palaist. О, нахуй, мама, да, блядь, есть вроде ясно, папа. А, если там есть мульти, девайс, блядь. Да, серьезно. Серега? Kiss my best. Да, это Warcraft, наспись себе. Ну шо, Ника, у меня опять экран пизда. Бля, ман нахуй суд из, блядь, базы ебал, блядь. Максис, блядь, творца ты спошен, блядь. Мадерфокеры. Блядь. Заебал, блядь, ман нахуй, блядь, стрим свет, блядь. Грилэм, а нахуй епишь, блядь. Останьте. Тапат норал скопи, пис. Давай, как ты скатаешь, когда мегало фильм. Грилэм, а подспелэ, вот смысл. А ты, наверное, но. Эй! Курачух на ТСС. Дело столько. А кур ты ее сесс? Столько спирма. Когда фирма? Сто. Ну, ты так. Ir Ekres firma, bija ITCC un Transinets. Vēl trēc. Un tā ir brauc uz tevi. Man ir trešais servers. Man tieši te pati kļūgi bija. Tu vispār neviens spēlētāji. Станом, блядь. А кур то эсси, блядь? Гаража, блядь. Так трешай сервис, блядь? Ну я. Ну и трешай, блядь. Ты весь пять не спал, блядь. Ты весь поставил, а я в эсси экшат. Я лгую. Блядь, я эсси, ман, нахуй, там сузрадас, блядь. Kāda biļešu toka tu? Tā nav tas playmode. Suka playmode. Kevin tā skaties. Jā.
Tad domā, ka tu ajam tā apskatīja. Bļaģi, kur es tev varu apstīties? Viņš man neiet. Plēmos tas ir Anglija, bļaģi. Tu tad jāmet ķībā un jābrauc uz Angliju? Davai ātrāk, tad Denis, tad visi. Tāpēc vajag normāli pateikt, kurā pilsētā nevis brīd sapis prātu visiem. Apskatās 7. Kurā vietā tas ir. Tur visi teklās pauzes. A kurš tu man teica bielos to, ka bļe, ko? Ne tu? Bļeķi, nekarēs pateic. Labi, es vainīgs. Lemons, tāds... Tā ir Anglijā, bļe, pašā stūrī lejā. Tas ir starts Plymouthā. Pēc tu kārkos, rad! Kas tu tāds, bļe? Russian Express, bļe. Tu nevis, Lublinā, bļe, Plymouthā. Ko tad tu tur Janka vēl dirs, bļe, pa vidu tad? Trešais servers. Pizdzēdi, bļe, tāpēc ir tie, bļe, man nepatīk, ka, bļe, piepisās sarunā, nek tur pa pal. Bļe, es pateicu Rogan par pilas to, kad ar tevi. Nahu! Bļe, tu jau man viņi teica, ka viņš vēl nav bijis, bļe. Jā, jā, Ruski Express. Ka mēs vēl braucām, bļe. Taču un te Janka vispār, bļe. Tagad, ja viens saka tā, otrs saka tā, bļe. Es nesaprotu no jums abiem dienam, kas not. Bļe, tu man teici bielas, tā ka mēs Jankas vispār vēl nav bijis, bļe. Pēc tam jūs pasaistu, kad jābrauc uz Lublinu. Nē, jo man bija grava uz Lublinu. Jā, sagarājām saiekaļ na kanvoj. Tāpēc, ka, bļe, viens mūtāks pasaka, ka bielas tā, ka, bļe. A kudā jēdīt, jā? Я еду в Стокгольм, в принципе, по пути. Ну, ты рад работать. Иха! Ну, вам налево, мне направо, ой, вам налево, мне направо, да. Она сита. Саняк, подожди, не паркуйся, я перепаркуюсь. Вот будет. Паша, Паша, вахра будешь. Серега, Серега, хулиган, здорово. Пусть это вынут. Снова пока там вынут. Что паш не жалок. Здорово! Rādījām klausies, tur būtu baigi ar remiks. What the fuck?
тянуло, кон. Ладно, статор. Здорово. Привет. Привет. Шайника, привет. Мы только что... Тебе в Comedy Club только уступать, на. Мы только что из Белостока прилетели. А там у нас тут один пингвин, блядь, мозги напудрил. Да? Я. Ты меня сыграет в команду статор сам. У нас больше никого не будет, никто не придет. Я не скажу. А Федор не знает, ведет нет. Это, слушай, Фёдор-то чё, придёт, не придёт, не знаешь? Я не в курсе. Ну, раз его нет, значит, не придёт. Логично. Футбол погибли. Стеллингер, а там что за база у нас? Стеллингер, этот, карьер. Рамштайн. Груз, так, похуй. Ну, Влад, а чё у тебя за проблемы? Правильно, всё, сайт, регистрацию нажимай, скачивай, всё. Ну, надо зарегистрироваться. Я регистрируюсь через Steam, нажимаю «Войти», меня выкидывают и пишут ошибку. Регистрируйся через Steam, потому что он через Steam тебя не сделает. А через другого мне нету. У меня только через Steam. Если у тебя нету, на этом сайте регистрируйся просто, как на обычном сайте. Не надо заходить через какой-то аккаунт стимовский, просто на этом сайте надо зарегистрироваться отдельно. А потом уже саму программу, когда клиент качаешь, она привязывает ее к стиму и все, к игре. Так она работает. Кого не стоит на кнопке Discord, не рите в раз, блять, такая хуйня получается. Словами не сказать, нахуй, бюром не описать. Я вообще желательно всем поставить на кнопку, чтобы не было на умех. У меня на кнопке стоит. Сань, Рашид. Рашид, все на кнопке. У меня этот, да все там, наушник. Нет, что-то там скрипит, а? Или вот он что скрипит. Вот это клавиатуру дрочит. Я тоже слушаю. Когда он приедет? Я стыкаю, так говорит, а что ладно, да, турелу повез. Турелу. Это все. Да, короче, на Дискорд запишите.
Вот я сейчас на кнопку поставил на Z. Сейчас говорю, меня никто не слышит. Чё за фигня? Ну... Не знаю, может кнопку нажимать надо. Давай я отрав. Может потому, что он в рацию говорит? Не знаю. Блядь. Вот опять не слышно, видишь? Ну так у тебя вообще микрофон не включается. То есть не реагирует. Ты какую кнопку-то выбираешь? Я Z выбрал. У тебя на ней ничего не стоит? Попробуй что-нибудь. Сейчас другое. Попробуй другую. Да. А сейчас слышно? Да, слышно. А сейчас? Да-да. Все тогда. Что сделал? На ГТРЛ поставил. Надеюсь, у тебя нейтралка не будет включаться на ходу. Меня? Где? Да хрен его знает, посмотрим. Обычно это по умолчанию там, по-моему, контрол стоит на приключении, когда автомат. Майк поставь. Ага. Майк тоже что-нибудь. Косяк. Да, мы на Айсус 4. Да, уже готово все. Сейчас еще только я не сождем, по-моему. Imagine the parts of this stupid sonnet that is not Dartmoor. Just to hear Dartmoor. Imagine that it is not Dartmoor, it is not different Dartmoor. Саня, если что, в игре знаешь, потому что если настроить у Сани, тогда если что, называй старый. Вот так вот лучше будет. Типа не хуйки раздавать будем. Поменял, а не знаете. Просто пускай ты спать, а ты скалай с утра. Ну, Калайс, едем. Ладно, мы все, едем. Ему нету гаража здесь. А, ты не зайдешь? Так, ну чё? С тобой замыкающим. Происходит еще все. Я, как всегда, предпоследний еду. Я груз Лилла. Чё, не сможешь? Ну ладно, я поверю, что я замыкающий. Я кассу всю с Катюшем с этим смотрю. Так, ну как обычно, что там? Я еду, потом... Отмороженный едет, Рашид... Динарс... Серёжа... Влад... Саня... И... Денис. Никого не забыл? Нет. Я пойду. А за каким Саней я еду? Которого 13 да. Рус? Саня предпоследний. Я предпоследний еду. Перед ним едешь. Светофоры не соблюдаем, проезжаем.
соседа тебе тоже разбирать. Начать чинить. Саня, с базы выехали, конвой закрыл. Все выехали на автобан. Да, да. А, на автобан нет, еще не поднялись. Впереди дорожная работа, сужение дороги. После заправки прибавляем круиз на 95. Где у нас Артур пропал? Машину выбирает, выбрать не может. Какое? Хотел Lamborghini, не знаю, будет, нет. В Италию поехал за ней? Наверное. Я серьезно, то я. У меня самого тут не было, я только 3 дня катаюсь. Мороженое должен знать. Я, наверное, женился, хули, под каблук залез и все. Пропал, хули. Проходим прямо. Развязка, то есть. Средняя полоса. Kad ir autosēks notiek, tā ir. Jūrēs pēc kāds. Nu, nezinu, es neesmu restartējis arī internetu. Pakrastīt. Posli raziatskai ir lievajā krājņē. Tāds pats pingskom. Nu, es tev vienkārši saku, man te ir dampa, ja es varu uztaisīt mazu video. Tad tu redzēsi, cik man ir mašīna. Gan iz visās vietās ir pilsā. Vienā daļā, nav otrā ir. Bļam, lēcējām profilā, visas pilsētas ir atkārts, visur ir garāžas mašīnas, bļam. Man nihoja auto seivā, bļam, neiefrīz. Nu, es nezinu, kas te ir. Te ir vienkārši pārpildīt. Tā kā uzmanis, ja nu kas. Neesmu pieredzējis, es braucu pret tevi, es tagad braucu pret tevi.
tu jau vari apcīt mani. Man jau nekādu priekšlikumu nav. Tu jau vari traukt man pa priekšlikumu. Kas jārāk, ka nav aizakončos? Чего? Сколько ты на вчера ждет? Вроде бы 10, 20. Нихера себе. Но это второй уже. Это понятно. Потому что мы там еще минут 20 ждали. Все равно долго. Ну, нормально. Ну, хорошо, ты доезжал до второй? Доехал, да? Я уже искал. Я не помню, у меня сколько времени. Ну, если бы не 20, то где-то 2.20 у меня. Ну, даже у тебя полчетвертого. А, полчетвертого, да. А, ну да, где-то так и было. Мы сидели пьяного Дениса слушали, сидели, блядь, где-то. Не пьяного, а выпившего. У нас нет пьяных, но все нормально. Это как в этом, видите, где автобусном парке или где там? Ну да, да. У нас отличные или как-то. У нас все нормальные пацаны трезвые. Я, говорит, считаю, должны работать трезвые водители, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята. Да. Тебе наушники нужны, Шудин? А, это ты что ли? Я думал, Янка. Блин, ну лаг, что уебать. Блять, ты отправил по приезду. Да там. Да это я, Фил. А чё, говорит, опять без меня уехать? Сань, ты на второй-то пойдёшь конвой, нет? А во сколько второй? Как этот проект? Сейчас как заедем. Если я в Питу, я в конец пойду, я все сегодня все установил. Если могу, я зайду. Он в ВТК есть? Написан? Средняя полоса. Знаю, Саня, в Дискорде я прочитал. Там написано. У меня сотка ровно. Нормально, да? Ну, пиваю я за вами, нормально. У кого больше сотни есть? Что? У меня сотка. На ВДК есть конвой на неправильное время. А, левая крайняя полоса, следующая развязка, спускаемся налево. Не, типа вчерашний, короче, не выкладывал отчет. Это вообще, короче, мы не через ВТК едем, да, получается? Да, Сань? Че? Не через ВТК едем. Я не знаю, ты не заходил даже. Ну, слушай, там отчет даже не отправлен. И там вообще нет такого этого. А так-то вообще, походу, недолго. Дальше едем, средняя полоса. Круиз также 95. Что-то сегодня отмороженное, удивительно, подозрительно молчит. С моста спустился. Понятно. Да что он молчит-то? Ничего не молчит, пишет. У меня микрофона нет, поэтому он молчит. Она же полгода так молчит. Ты что? Это подозрительно, погода. Перестраиваемся в левую полосу. Нихуя 150 еду, мы.
ты едешь? Вот за кукушкой еду. Че, отстали что ли? Растянулись. Скажи, Денис, мой бы Урал до 150 разогнать бы, да? Я четвертый. Денис, развалится, но... Да, сотку ехать нормально догонит. Я 95 еду. Вот, сотка есть. Я сотку иду. Найди. 110. 115. Кто больше? Ну, у вас-то, наверное, по-любому трексбук нет, что вам без разницы. Ну, чем дальше ты от ведущего, тем больше у тебя скорость. Логично вроде бы. Да не, просто дистанцию маленько держать надо. И будет нормально. 5 километров. А если лагать кто-нибудь будет? Тогда на 10. 5. Кто лагает, тот сзади едет, не волнуйся. Я же сам стал последний. Ну да, да я видишь, подлагиваю, я поэтому и это. Я там не подлагиваю сзади. А чё, Рашид? Кукушка. Он знаешь, тебе скажет. Не в друзьях, не в друзьях. Не знаю. Я тоже не знаю. У меня Ты же вроде был. У меня вроде Саня. Значит, плохо с ним пил, чтоб ты не записал. Он не записался. Саня, а ты че? Саня? Старый? Да, да, да. А мы с тобой пили, и ты у меня тоже синий почему-то, блядь. Какой синий? Ты че, блядь? Да че, что ты перепили, блядь? Что-то головой стало. Нет, серьезно, серьезно. Вот зеленые, вот три штуки впереди идут, кто вот зеленый? Вот Санек, тот был, Рашид. А ты синий. Я пью. Фига себе. Тут может он и есть зеленый. Три штуки впереди. Он же перед тобой едет. Саня передо мной старый едет. Налево, направо, налево. Вот кукушка едет, то у него фура зеленая. У меня прицеп зеленый. Я четвертый еду. Дома. Вот Санек, потом кто идет после Санька? Рашид, да? Нет, ну вот у меня три зеленых, я говорю, идут вот впереди, остальные все синие. Значит, ты у меня тоже не взял. Ну вот у меня тоже вот три зеленых идут, и остальные синие. Так я запрос отправлял. Кому? Тебе. Я себе сам себе отправлял. Я буду Амстердам. Стоп. Там потом остановимся, так я посмотрю, если что. Мы че, за Амстердам едем? Да. Короче, доезжаем до Калайса, на второй сервер переходим и едем. Не смешно сейчас было. А чего? Не смешно. Заеби же. Мы оттуда тогда не выйдем, мы до финиша не доедем. Да. Это же, бля, не второй сервер, где топ. Да они на третьем есть. Саня, вы сколько идете? 95. Я говорю тогда, блин, с Олегом, что хотел словиться, блин, с Калайса выехал. 5 минут разница была. Третьи попытки до Дуйсбурга не мог доехать. Вообще доехал до куда там, до Дортмунда, до куда и все. И что там, Олег, ты где потерялся совсем? На работе. Машину свою новую обмывает. Че, даже зайти поговорить как-то не удается. Или он не ходит? Вайберы звонит. Да он в Вайбере тоже нифига не достичь. Он не Олег, это на встречу звонит. И что, Вольво свой продал? Да, шестеру купил. Серьезно?
кого там чё опять то ходит? Хорошо, это тебя? Не, на кнопку. У кого-то кот крадется, походу. А я знаю это у кого. Следующая развязка, подъем налево. Не будешь куда смотреть? А у вас сейчас тоже это показывается, что новый Steam? В смысле? Ну, так. У меня было, короче, типа, апдейт Steam, и сейчас у меня по-другому все. Нет. А что именно? Интерфейс поменялся, я только в Android там пытался рвать. Типа я на версии этот Steam. Я. Типа то билд, так ты сама так не каби, причем то варьет, я. Директ ВК, они что-то случилось. Я по-русски объясни. Чё-то. У меня, короче, рестарт, не рестарт, а апдейт. Ну, типа, обновление Steam. Сейчас Steam по-другому выглядит чуть-чуть. Там, где у тебя сверху ник и фотография твоя. А сейчас по-другому там можно выйти на большой, типа там такой экран, где как это. Забыл, как называется. По-другому сейчас. И когда вот сейчас открываешь Shift и Tab, тоже по-другому. Не знаю, может у вас в стране. Средняя полоса. У меня было последнее обновление, но что-то ничего не поменялось. Да, у меня каждый день, когда захожу, по обновлении какие-то, проверка, распаковка какая-то постоянная. Да у тебя решит постоянно что-то новое. Чего ты смеешься? Давай езжай. Спирт пиздёшь? Ну да. Давай отстаём. А то на сухую хреново ехать, руль не крутится. Масло залей. Гидролику. Какое масло, блядь, выдавливает масло у жены? Чего сразу замолчал ты про спирт? Так он хлеще сидит, а чё, конечно. Горючее везёт, знаешь, как в этом, как в антибумере, блин. А чё, ребята, везёте? Горючее. Ну, типа, саженцы, 3 килограмма. Походу, коноплей. Рассады конопли. Чё-то у меня графика совсем какая-то говённая, блядь. Или я уже... Геймерс не делает так? Просто от такого. Осторожно! Я чуть-чуть лагаю. Извини, дистанция, дистанция! Ой, я ж тебе говорю, блядь, не пей на ходу! На заправку заехали, ёбнул бы, блядь. Сейчас, видишь, лагать начал, блядь. На развязке вниз, налево. Да, что это надо научить. Чё за хлей? Пиздец просто. Иди улаживай, не все пиздец. Редко бьет. Занят и ждается галлиги пила брал. Да, забрать. Бай, Денис, тихо, нахуй. Слева на обочине попутка. Осторожно. Препятствие. А полосы, кажется. Не говорите в рацию, блядь. Говорите в рацию. Да, догони, я быстренько. Отправлюсь.
догони, сейчас битвы когда брал. В Дискорде Динер спиздел, мне неохота его перебивать. Ну, тебе браться орёт. Я извиняюсь. Данис, микрофон чуть-чуть рации скрипай. А ты, блядь, Динерс, не пизди, нахуй, если не по теме. Чего? Вывачку. На заправке кто остался? Не знаю. Никого. Все нормально. Этот рашит зайку. Этот неадекват, короче, в колонну залез, слышишь? На обгон сейчас, наверное, пойдет. Принято, пусть идет. Сейчас его нахуй. Втащим. И трактор отберем. Что ли? Пошли те времена. Да они, в принципе, не заканчивались. Но тащить никому не получится без читов. С читами навсегда понят, а так нет. Нет, не обгоняет, по левой на аварийке идет. Ну и пусть идет. Блять, Рашид, ты что творишь-то, ёбан? Молодец, блядь, да уёбывался, ну. Авария у нас. Ждем вас в порту, значит. А хули, а как мы? Я-то выйду, а Рашид вообще висит, нахуй. Ну сейчас я попробую его стащить. Не-не, я автосохранение делаю. Тормози. Динар, здорово. Тормози, блядь. Не так прикольно получилось, нахуй. Вот у меня в стриме, я когда ехал в Англии... Нифига себе, а здесь чё, блин? Динарса развернуло. Ё-моё. Я, короче, три раза, наверное, ехал в этот Феликстон порт, блядь. Перед портом, блядь, у меня, короче, то на бок лёг, то... Ущернайте. Я, короче, с автосейва тоже загрузился. Да, он, сука, блядь, взял и репорт на меня кинул, бурбаю. Кто? Сам, день, сука, виноват, сам, блядь, прижался, блядь, ёбнул меня нахуй. Встречка идёт. Я видел, Рашид. Ну не я его встречка, прижимал, он меня прижал. Нет, я видел, что он тебя прижал. Ну а еще на меня репорт кинул, был боев. Ну, похуй, отмечу будет, если будет смотреть, там встречка идет. Блять, я чуть в жопу не заехал, психопат. Саня, где встречаемся? В порту. Рашид, ты едешь, нет? Еду, я сейчас на заправку заеду. Я что, подождать тебе? Гони, что? Там как раз... Я буду сам стать там мост. Закройся, опасный. Иди вашего. Придай заступаться нахуй, ты нахуй здесь. Хуйнику бы одна совесть лайк, блядь. А как тут дырс на вирс? Блядь, дырс еще плеты еще нахуй, я грибаю. Какой-то, блядь, целаком нахуй, блядь, успел. Шматает скачку с Амстердам с Оста, курс, блядь, проблем, нахуй. Какой-то я мудир салк мало зарезал. Ты так овис лайк я оста. А то, блядь, паклался с сейвином мало с нахуй. Придурок, блядь. А дурок. Вот тебе и ууу. Вот эти руна такая под лету, блядь, на весь сколько мурмени, блядь, торпа. Да Олекс помаз пиздуляет, да его, блядь. Вы потом запоминаете, кто за кем ехал. А то как-то встали. Саня, вы на большой развязке ушли под мост налево, да? Че? На большой развязке ушли под мост налево, да? Да, ну ты посмотри по карте, там видно все.
Да-да-да-да. Блять, спалился уже трансбуку. Ладно, хуй с ним. Ехал сотку, блять, с моста поехал уже, блять, 110. Езжай, как интуиция подсказывает. А интуиция — это пятая точка, да? Ой, у меня что-то стрелочка ушла до конца вправо. Это нормально, нет? Да. Сколько 50, сука, больше не идет. Вообще-то ограничение стоит. Где, в трансбуке? В мультиплеере. А, в Усань задний ход. Это... У тебя, наверное, задний что-то вроде. Ну-ка, вперед руси. Мне ничего не хочу. Нет. Давай же просто все. Денис, ты едешь? Да, еду. Получается в Роттердаме хоть. Рашида сейчас с вами поеду. Чай так? Да его не вовремя приспичилось.
А он зачем вообще ехал? Он третий ехал. Саня, во флокс кто он, да? В КЛС, получается. Нет. В Роттердам сейчас переместится. Роттердам. Ты где вообще едешь-то? Я уехал. Ух ты ж, ёпта, то я в Калайсе оказался. Понятно, короче. Так, а чё мне сейчас с Калайса нет в Роттердам же, да? Нельзя, типа, это? Нельзя. Просто звонят. Езжайте, короче, тогда. Ладно. У меня маршрут вообще не так стоит там. Поехали. А чё мы? Можно? Езжай в Амстердам. На точку. Ага, понял. Амстердам, Стокис. Ну? Варнеброд. Мы с Амстердам, Стокис. Спартан Сань выехал. Последний, да, теперь? Ну да, я последний, значит, оказываюсь. Саня, 13 срок, ты замыкающий? Пока нет, сзади он еще один стоит. Ну, я стою. Ну, давай, ты тогда замыкающим будешь. Ну, давай я тебя обгоню. Давай, ставай на место. Место не стоит, давай, ну. Не, я поеду, а. Давай, давай тогда. Ладно, все, поехали. Хотя не надо. Иди. Что, замыкающим шуль будешь? Не, вот сейчас. Ну давай, езжай. Определяйтесь или че? Да все ваше. Ну и че, кто замыкающий? Я замыкаюсь, Сань. Мини на крыс 95. Твою мать, авария, блять. Ладно. Езжай дальше там. Завис. Поворот налево. Аккуратнее, я лагаю. Псих тоже замокнулся. Вот там спа. Псих просто остановился. Блин.
Да, Крейзи 95. Мы отстали от вас, Саня, чуть-чуть. 80. Догоняем, вижу вас. Один туннель проекта, сейчас вот второй спускаемся в туннель. Все, трогай, двигайтесь. 95. Осторожно, обгон по левой стороне. Вольво. Понятно. Вроде адекватный, нормально едет. Подъезжаем к Амстердаму. Переставимся в левую полосу. Первый поворот налево. Он лагает сильно. Да, он лагает по-страшному. Он его там, наверное, когда в этот в туннель заезжали, он что-то резко тормознул и стоял, огнул его, наверное. Mm-hmm. Вот, он стал на правую сторону, все. Остановился он. Заезжаем на базу Стокис. Стокис? Да. Не получается. Ох, не блядь. Нифига, я сейчас в поворот залетел на 150. Машину боком, прикинь, повело. На одной стороне. Сколько перерыв?
минут. Ты что, у нас просто перерыв, да? Давайте 10 минут. 35 минут. Выезжаем. Все услышали? Да. Все, контроль. Окей. Денис, еще тебя ждать будем, и ты не успеешь. А где спирт, который вез? Где он? Пойдешь, что ли, со мной пить он? А, вон он едет. Давай, давай. Давай быстрее нафиг, 10 минут дали на. Кому надо заправиться, заправляйтесь на где-то в гараже. Ты кальбаську латвинскую взял? Да, взял. А бутылька взял? Да, взял. Ну давай, заезжай, заебал тыкать нахрен, блин. Чё, уже колбасы обожрался, что в дороге, блин. Да, ну я теперь уж все поел. Да он чё уж, блин, он пьяный, обожрался уже, на. Все, глуши, давай, давай, спрыгай ко мне, пошли. Бутылька будем пить. Ну ты чё не садишься, не стесняйся, давай, прыгай быстрее. Я здесь, ёпта. Дверь открыть не может, мать в своём. Петли зажавели, ты хоть не хоти комаринкой или ВДшкой побрызгай. Ну сейчас, блядь, побрызгает с бутылькой, со спирта на. Чё-то затих. Все, спать, наверное, лег. Тверткой ковыряет просто. Так, ладно, пойду покурю. Я пьяный, ёб твою мать. Ему уже плохо. Какая картина, самолет по мосту, блядь, лечит. Серьезно? Проехал сейчас под мостом, а там самолет на мосту, короче, едет. Капец, это мандакло. Чувак иностранец по главной едет, я поворачиваю налево, у меня помехи справа. Я ему фарами моргаю, мол, проезжай, он мне моргает, пропускает. Вежливо. Пропускай тебя, ты его и пропускай. Не-не. Я проехал, ему посигналил. Все без происшествий только. Там вот место свободное, кого-то выкинуло, или туда можно встать? Вставай. Между Рашидом и кто там стоит? И Пушка. Может, меня
все растишь. У нас еще второй конвой начинается или просто вот? Все, зарегистрировался. Наконец-то. Задний ход не выпустил. Не знаю, извините. Ой, извиняюсь. Это... Саня. Просто заглушите двигатели и все. У меня он даже пикает, когда заглушен. Я на месте. Хорошо, заглуши. Денис, ты тоже. У меня заглушенный движок. У меня тоже заглушен. Ага, фары горят. Просто в это зажигание включенный, все, еще раз на заднем зажигание. Пите, блядь. Что говоришь? Аккумулятор сядет. Тоже заглуши, блядь. Я заглушил? А мы у Динара этот аккумулятор спиздим, он все равно пьяный спит в машине. А сразу завел машину свою. Где-то здесь, блядь, пикает нахуй. Свободку включите, видно будет сразу. Чего? Свободная камера. Да не видно там. Я вижу, что все отморожены и хорошо не заглушали двигатели. О, один конвой пришел. Еще. Там еще один конвой. Пойдем, Саня. Блять, я свободно пролетел, ни у кого не горит, ребят. Задний ход. Так, потому что двигатель выключен, а у кого-то все равно задняя скорость включена. О, Саня, это было. Все, все. Я еще такой есть. Ладно. Че, выезжаем? Да. Мы уже едем? Да, поехали. Познарял. Скорость 50. Thank you.
Направляемся налево. С базы выехали. Принято. Круиз пока 50, пока не соберемся. Все заправились. На обочине препятствия справа. Головастик. А заправка нужна кому? Нет. У меня полбака. У меня полный бак. У меня тоже полный. Круиз 95. Триста 16 километров. 1276. Ну, у тебя без заезда в город, наверное. Сколько осталось? 1305. Не, мы там доедем, и там кораблем Стивенгере уебем, походу, да? Походу, нет. Ну, хотя, если не надоест, конечно. Что у меня на прибор панель какая-то желтая фигня горит, блин. То тухнет, то загорается, то тухнет, то загорается. Это чек. Датчик масла. Это чек, Саня, загорелся. Неисправность какая-то. Это на скане? Двигатель стуканул. Это он тот, он алкаш, блин, что-то нахимичил, наверное, блин. Налил мне бодягу какую-то и что-то открутил, блядь. Желтая сверху, да, такая овал. Да. Так там, типа, когда завел, не завел. Двигатель вроде бы еще не нагрелся. Типа, да, типа воздух, что ли. Не, воздух, он будет пикать. Ну, будет, да, но если поставишь еще. А если не поставишь, не будет. Если будет стоять, то она вообще не поедет. А у тебя повреждений есть? Нету. 0%. Это так просто. Значит, бодяга. Залили тебе бодягу. Ну это он тот, он стопудов. Чё ты молчит даже. Ну да. А не тот, кто-то у кого-то слил и продает сейчас. Нет. У меня в этой скане 244 тысячи уже километров проехал. У меня всего 96. У
Есть, есть новое сканер, специально купил такое же. Только это, ну, для негабаритов. Да, а, вообще, да, крепче. Мне кажется, манелы были даже. Да, смотрите, манелы были, стоит прийти. Es paspēju, vēl izvairīties, būtu 50 man pa galvu. Man 52. Это пробег, Серега, вот на стримлайне, вторая строка сверху, да, смотришь? Нянка, я гора. Первая стрим. А, понял. Да, наверное, вон, у меня 28, 600. 90. Это старая сканья. Что у них? Я раньше, когда мультиплей начал, на дафик гонялся. На новом. Потом сканья была вот эта. Левая полоса, разрезка прямо. Что там, Манта, когда этот выйдет новый? Евро 6? Но. Обещают в следующем версии. В следующем. Когда один СКС повесится где-нибудь. А еще раз. Завтра туда полетел, где-то в 5-6 или 7 вечера. По их времени. А у меня машины нет, там своей АТС-ки. Олеся тут продавала АТС-ку, никто не заинтересовался так. У меня уже уже плена. По 300 там с чем-то, по-моему. Еще Ренеты хотят добавить. Что хотят? Рнут тормозить. Давно надо было эти машины. Вот не шестая маника, а маника. Че вы встали-то, ребят? Да тут, блядь, все нам встали. Затормозил, блядь, я тут убой. Все, дальше. Я раньше на сингле катался на шестой манике. Заебись там. На, вообще заебатый машина. Они только недавно лицензию только недавно получили на разработку. Не как просто в маньке. Походу звук тоже отрубает. Ты чего, Динерс? Все нормально. А что ты велеешь? Все нормально. Рули пипец. Этому человеку больше не наливать, а то разобьется еще. У него походу спальник дырявый и тент там порванный спереди. Он там спирт тырит потихоньку и пьет. Шланг в салон, блин, протянул. Есть, самолайку. Да-да, у людей этот газовые баллоны стоят за спальником. Чтоб варить, а вот он спирт. Ёбани рот, дистанция, дистанция. Так, путь. Сколько
А полоса движения? Полоса правая крайняя. У меня дискорд, что ли, вылетел что-то вообще, я не слышу никого. Это он иногда так крашится, Надо перезаходить. И выпить. Винду надо переустановить. Комп надо в окно выбросить. Короче, делай как решать. Что бы человеку Что бы человеку советовать, он сейчас игру свернет. Он выбросит и новый. Ну что, я сворачиваю иногда, вот по прямой, например, еду. Сворачиваю. Что-нибудь раз и сделал. Опасный ты. Пока она все равно едет прямо. И ну что там прекращай. Дрочить за рулем, блин. Чего, блядь? Йога, а я сразу спалился. Иди спать. Иди в зал, злаждал. Янка грибай, ман, пачек карай. Да. Jūs tagad abi divi to varat izdarīt. Viens un divi. Tagad atlaid sajūgu un tu apstāsies. Var darēt. Jāstēt pakaļ gaitā un pamēģin apstāsies. Es jau atlaid sajūgu. Tu brauc. Тысяча километров. У меня 920 километров. У меня 639. Кому-то вообще недалеко осталось. Я вообще обратно. 3500 километров. Надо, короче, из машины выпрыгнуть, да, есть, да. Короче, функция. На нолик нажимаете. Саня, я на заправку заскочу, догоню вас. Скорость 70. Скажешь, когда с заправки выйдешь. Угу. Мне сегодня коньяк не взял. Анекдоты что-то не слышно. Сегодня клёво не будет. Клёво было вчера. Заправки выехал. Саня. А, че? Заправки вышел я, говорю.
И чё, да? Я не пытаюсь скрыть. Аня там чемпионат смотрит. Нет, я кино там маленько смотрю еще. Все, догнал. Просто пиздец, ярко. Ярко! Средняя полоса. Как некоторые дальнобойщики едут, ноутбук поставили нахуй, едут, кино смотрят, блядь. Ярко, а я, это, телефон у меня около монитора стоит. Сейчас, просто. Ты ж пебрем за кукатуру, метал. А, ты как можно грузовик везти, да, еще ноутбук, прикинь, ты везешь, блядь, груз, еще ноутбук смотришь, там, сериал, едешь, хули, блядь, я ебать. Иногда, у меня второй монитор справа стоит, и я могу в ютубе включить, смотреть. Не, я говорю, реально. У него потом глаза в разные стороны, блядь, косые становятся. Духуя вот этих дальнобойщиков смотришь, этих, которые снимают там, духуя вот этих видео. Ну, поставил сериал, поставил, и ебашь, ему похуй. Ну, главное, чтобы что-нибудь говорил. Ну, да, чтобы не заснуть, не ебаться, да. На рации хватает по заглазам, блядь. Ну, рацию постоянно слушать не будешь. С самого начала включаю, но до самого конца было. Я не знаю. Я после подъема. Обгоняй один. На подъем поднимаюсь. Я вот музыку долго слушать не могу. Вот едешь в машине, блядь, в район гонял. Едешь, блядь, ну вроде... Час, максимум полтора, там музыку поставишь, послушаешь, и все, а потом вообще это уже неохота вообще музыку. Потом раз нахуй выключил, все едешь дальше, блядь. Мне кажется, они шлют, ладно, Макс, это спокойно, под супер. Петри Сера, Макс, штампа, каска. После разведки при левого правого полоса. Я за пробкой еду. Средняя полоса, Рашка, прям. Контакт с братцем, если спрекши, обещайте раз. Ну, тата Дианка, тас бей тел. Эс брауц тир тел гарам. Ну, гой, пись нахуй, но цель. Ааааа, ёбай! Тут избишь чувак, гой. Это собак брат, вот район. Не, бей там, я избрал гарам, всю бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу ело будет. Бу-бу-бу-бу-бу, то есть готовы, конечно. Мазок жертвы. Следующая развязка прямо. Скорость, первый поворот направо. Янка, знаешь, по топ-дринкс и твои пинксы? Бремза. Чё, тормоза говно? Ну,
Ну, пиздец, колодки нахуй, задымили. Отмороженный помял маленько. Ну, для профилактики. Я Денис, не ори в рацию, нахуй. Все, микрофон он пиздал. Какого микрофона? Тебя микрофон пиздал. Ну и значит, наш не пиздец в рацию. Надо ее убавить просто в настройках, все. Ладно, стопис. Че, опять отдых, что ли? Да. Второй конвой. Ну, типа считается, да? Типа да. Называется второй конвой. Это я конкретно стащу от мороженого. Саня Филки говорил о голове. Он подойдет, когда все закончится. Я говорю, он как та черепаха, когда, блядь, зима началась, она вышла со скейта, но, блядь, летом на лыжах. Минут выезд. Все услышал? Да. Окей. Короче, как Саня там кино досмотрит и поедет. Меня слышно? Да. Надо было поугарать, сказать, нет, не слышно. Он говорит, а так, нет, не слышно, а так. Рацию как сейчас слышно? Нормально, нормально.
Не скрипит сейчас? Не, не скрипит. Все нормально. Микрофон на пол раскрыл. Понял. Саня, ты в магазин погнал, что ли? Заебало, вот твой спирт поехал за пивандрием. Сань, ты тут? А. Чё, да? Я тут. Не, Саню спрашиваю. А ты нас русский? Нет, он ушёл. Куда он ушёл? В магазин, наверное. А, он же с Саранска у нас, да? Я здесь. Ты откуда он? Ну, Саранск. Саранск. Да. У тебя там футбол идет сейчас, да? Да, да, да. Стадо баранов нахуй бегают там по полю. Стадо баранов. Чемпионат мира не уйдет, что ли? Че? Я говорю, у тебя там стадион рядом. Да. Тебе вообще из дома выходить не надо. Так смотреть из окна. Но... Да нет, ты че? Вот. Не, на машине, короче, если ехать. 15 минут. Да, это стадион. Новый построили. Ну да. В смысле, сейчас у него чемпионат, да, у него идет сразу? Да. Говорят, билеты хуй купишь, да? Они там дорогие, на одного человека 30 тысяч. Сколько? Рашид, а я 30 на самом верхнем месте. Нет, вообще. Я тут.
Не, мне первые ряды никогда не нравились. Это вдруг еще в лоб мечом прилетит. Он его рацию отрегулировал. Осталось 5 минут. Thank you.
Все здесь. Да. Угу. Тогда уезжаем. Базу направо. И первый поворот направо. Очень горячая ситуация, когда надо испеть Саула. Дина, же уезжай. А? Дина, же соснул. Я на бордюр залетел, мы просто в него второй полос. Ебать ты долбоёб, сука. Мы же на зеленый ехали. Базу выше. Ну, блять, я на зеленый проехал. Даже свой голос встал. Питер меня еще подрезал. Сейчас толпа его, блядь, пиздец. Че, все проехали последний стафар? Налево? Да, повернул. Следующая развязка, направо спускаемся. Правая крайняя полоса как раз и как будет. И спускаемся. What the fuck? Шесть конструкций. Турела, ой, пешку по тупе брал. Ты говоришь, бишь пебрем за, я вам прекрасно бишь тело кое. Потело кое, пебрем за. Поднимаемся направо. Не, вот ту. Янка манела кое пешки. Пешка тормоза. С моста спустились. Удис, лайком выпая, сова, деревня. На мост поднялись. Принято. Куда ты тут дали, Янка, бишку, чуть-чуть газа дай. Я кушать. Че, Саня отстал? Че вообще отстали там все? Сосолес? Скидываю скорость до 75. Я на 130 сил еле догоняю. Вы догоняете, а потом уже круиз поставьте. Че, все догнали, да, я вижу. Да, догнали. Ну, 95 оставляю.
Это что там за банка на дороге лежит? Осторожно. Аккуратно, авария. Man nebija, kur sprūkt, jopt, cik pop. Ja tu turēji distanci 150 metrus, tad tev būtu kurš. Nē, šoreiz bija pa tuvu pīstu, viņš pātri apstājās, bēkšņi tā apstājās. Viss nākās, daudz un bēkšņi pumps apstājās. Es arī nevaru paredzēt, kad es komandētos izdomās. Jā, skinu grūjies 25. Kas tā, tu visi salas pie salas? Ah, but that's all you have. Blin! Better to my ass. Я вывесил инвентарь, я машина релагуется с прежним, я видел стрику. What the fuck, ты точно не знаешь? Нихуя там НЛО, блядь, ебать. Денис, тормози! Торможу! Саня, у нас авария! Ну, у вас же авария. Да-да. Я с тобой войны, чё, ага. Видно, мотор. Тут два одиночества. Выезжай, Динарс. Не могу, мотор пиздок. Сохрани с этой загрузки, с автосейва загрузить. Ай, заезжаемся на заправку. Да, звони, короче, на заправке кассу берем. Опа. Не до конца. А? Что за порчик газона, блядь? Все, варварито, дестрой, вот, я вот дестрой, шану перепечу. Капец. Заезжай на заправку, я сказал. Ёбаный, блядь, а я чё? Подскочил, да? Не признал, да? А я тоже чуть не поймал. Че, все тут? Все собрались. Давай, едем, едем. Давай, обгоняй. Сейчас. Влад, давай, поехали.
Динерс. Мотор пиздохен. Заправки вышли. Меньше пить надо. Динерс остался на обочине стоять. На истол ты пошнись. Фикс пропиши. А нету. Тогда минута. Нави попутку. Минута осталась. Да? Дождем тебя. Сыг, ты видишь там фиксом? Минута через сетки. А чё фикс? Фикс чего? Ну там минута с чем-то осталось. Динерс, давай быстрее, тут он зайцы бегают, блядь. Чашлик бегает. Блядь, стопудово зайцы бегают, я думал тебе мерещится. Я думаю, кого переехал. Кажется, я бегут по дороге. Блин, ты тоже видел? Видел! По правую сторону по обочине хуярил. Да. Так, я сейчас вон вижу пару человек. Они так, знаешь, как в замедленном виде бегут. Да. Ролик. Значит, еще можно стаканчик ёбнуть, если не глючит. Чупакабра, ёбан. Морда как у крысы, занят как у собаки. Да. А у меня случайные события вообще выключены, я их вижу, будет зайцы. Это не из-за этого. А из-за чего? Из-за чего? Из-за водки. Я сегодня трезвый абсолютно. Это точно не убей. А у снег пойдет. Лето. А у нас он и не растаял еще раз. Не повезло. Да не, шучу, растаял. Потому что люди ходят в куртках в осенних, блядь. Лето на дворе, почти середина июня, но люди в куртках ходят. Тоже, первый сезон не открылся, пиздец, блядь. Во, опять бегут к нам. Во, смотрите, опять бегут. Смотрите, кто это бегает. Они даже тут... Вон они сзади, вот только сейчас Денис пробегают. Никого сейчас я не вижу. По правой стороне. Не, а правда, кто такие, блядь? Пункт назад, если не похожи, блядь. Ну вы этот день что-то над зайком вы что? Они обратно бегут. Давай, едем, ёбнуть, попчик. Ладно. Они вижу. Блять, обратно бегут. Ты наш ворот. Заяц это, ёк. Нихуя. Развернулся, в обратку побежал. Все, поехали. Потому что Динерс приехал. Доставать двух слов. Динерс, ты давай свою эту вставай, или что, сзади поедешь? Ну да. Что да? Сзади или... Яйца, да. Или пойдешь яйца собирать. Осторожно. Ё-моё. Обгоняйте. На бомбу вся брос лайком по тут по вот проёс. Чё, Влад, едешь, нет? Еду. Янка, ты пиздец, а ты им близком лай завстоят. Ты вот это сделал, ты. Мэль на изваре, тебя с нифига. Бомбс. Значит, брос пэдэ есть. Ну, из брос по вот проёс, плакус. Проезди на 105. С моста спустился. Что здесь без машины? Смешно здесь еще у нас. Сбросил его.
Большой комнат из салата и секшн. Что-то вы как-то очень странно едете. Один по обочине. Да я уступаю, но все же на свои места же встают. Ну мог бы, блин, по своей я хотя бы тебя обогнал бы. Динар, ты будешь разгоняться? Опасно, цель ремонт, мам, блин. На дороге. Тебя потолкнут? Это совсем плохо. У меня тоже так было, короче, на дороге дураков еду. И, короче, вся полоса моя закрыта, короче, ремонт дороги и навстречу иду. Я, короче, посредине еду. Все там сигналят. Один раз я вообще врезался, как будто в стеклянную стену. Это вот из-за этих вот случайных событий, да? Да. Да. Треугольник какой-то валялся на дороге, я его снес и там бам! Знаешь, как в сингле там машина типа стоит, кого мотор перегрелся, пар только идет. Так а что, на мультике еще не работает, получается, что ли, или что? Не, не работает. Но там машина просто, это в сингле, там машина ты видишь, что стоит, а мультиплеера нет. Или эти чуваки тоже два, которые на полосе стоят. Там типа авария или что там у них. И они там стоят, разбираются. И тоже я объезжаю, короче, с трейлером зацепился, блядь, и пиздец в канал улетел. Сколько километров осталось? 540. Буду, наверное, на Скане пересаживаться, потом это на Вольве надоело. Мяу. Видел, говорит, президента? Видел, говорит, дурак дураком, блядь. Динар, с тебя не в шестую палату, случайно? Все нормально. Ему больше не наливайте. Это ему надо голову отцеплять, надо фуру бросать, нахуй. Уже люди в белых халатах плачут. Хулиган. Саня, ты тут? Нет, а... в машине. Меня лагерило. Лапка, тут туртая пустая, бей. Блин, бутаков стоит. Ты все лапки смотри, а я слабый еще раз. Я не знаю, что это. Да не, он инструктору Саньку говорит. Не, 13 рус он.
слышу. Что-то Саню не слышно, но... Янка, узлать датором пару умбралс, вот знаете, на копе комби. Здесь ротатор с куровета узлать. Tur var, tur nospēdā Ctrl, Alt, Delete, un tur ir, kur tu vari uzlikt paroli. Un miers, un dievs, un... Man piespiež atkal Ctrl, Alt, Delete parādās kaut ko citu. Jā, labi, pēc tam to telefonu, visi. Davai. Tas problēmas ir šiem ļārpus. Pēc tam dinār, sazinīsimies. Cilvēki par atsvies saka, nekru nav nedzirbu. Саня, будем сразу телепортироваться в город или еще поедем? Давайте сразу. Телепортируемся. Конечно, какая. Что там логист скажет? Ставангер. Ставангер? Да. Логист, я все могу. Кого спрашиваешь? Да сейчас без чем это трог, что остается. Логиста спрашиваю. Ну, молчи, кстати. Да, согласен. Я просто слышу. Чем молчи, значит, что-нибудь. Знак согласия. Меня тоже... Кивни головой. Да-да. Понятно, значит, поедем. В смысле, переправа будет. Динар, я за Сереге всю жизнь только... За раз, а три конвоя проехали. Блин, да, то ну обедай, ман, тут близко, да, Ева будет. Старый, ты чё выёживаешься? Едь нормально. Чё ты руль, блядь, мозга заклинил, блядь? Выпить надо. Блудняк, уводишь меня туда. Скорость скидывайте, первый поворот. Нет, устанет. Сустав заклинило. Ебать ты, ёбаный колотец, сука, блядь. Вот вам подстава. Пиздец, бля, как по тормозам дал-то, ёбаный колотить, как резко-то, сука. Да некуда спать за рулем. Да, бля, не сплю, блядь, не хватит дистанции, нормально. Бля, Саня, извини. 30 метров, блядь. Так не успел среагировать. Чего, извини? Дистанция, значит. Я в тебя въехал, начальник. Так, блядь, 30 метров было, блядь, я не успел, блядь, потормознуть. Я видел, как ты там от мороженого кинул на обочину. Так у меня тоже пол машины, блядь, нету, все. 24%. Короче, от мороженого отправляем счет на. У меня 34. Так это же я тормознул. Ничего тебе, значит, так. Самое интересное, вроде не сильно нажал. А как так? Чё-то какие-то есть какие-то тормоза. Конвой разлетелось. Я не специально. Так уж тормоза держал, уже нажимал, блядь. Потом смотрю, уже, бля, Рашид только прыгает назад, блядь. Так, ну два часа. И так поставил почти на минимум его там. Сразу ставил джер. Ставангрет, ты пишешься? Да. Да, Ставангир. Хуй, извиняй. Севенджер. А,
Бангер, не стал ничего. Я заехал не туда. Или тоже хуярит. Что здесь? Хуй знает куда. Да я вижу уже. Так, где остановимся? Да нигде едем дальше. Нет, не едете до меня, прибежите, сюда поехали. Динарс-то куда уебал? Я здесь. Он все правильно поехал, это мы по встрече. Че, все выехали? Да. Езжайте, я вас сейчас догоню. Осталось 100 километров. Поехал. Нихера ты умный, блядь, Ленгазон. Саня, что ты едешь, нет? Да я вон эту пропускаю, так еще. Блядь, Динус, я чуть его не уебал на справа, с левой стороны. Ты ебал, блядь. Спортивная подвеска. Похуй. Вот да, заебись, так вот, да, реально дальнобойщиком, да, взял, поставил на фатрали, блядь. Как там, Дакар, поставил подвеску и похуй, не парься, блядь, по России катайся. Чё за подвеска? Не, ну, блядь, на ралли, ну, видел же, КамАЗы там, это, Париж-Дакар, ну, всякого на ралли же бывает, на КамАЗах, на этих, такую подвеску поставил и не парься, блядь. Ага. Ямы, не ямы, трамплины, не трамплины. Они нюхай там трамплины-то делают, ебать там, не подумай. Так видос был, где этот КамАЗ, блядь, всех перегнал на 130 русского потом. Наши всех делают там, блядь. Серега, за мной ты идешь? Нет. А кто, Белый? Я пятый еду. За Куколь. Нет. Белая скамейка вроде. Я так, ну, думал, ну хай они с собой будку сзади таскают, ну там же у них будка, оказывается там второй двигатель нахуй у них, блядь. Если первый двигатель пиздой накрылся, они раз перекинули на второй двигатель. Так у них же там запчасти все окей. Ну а вот это, ага, вот это вся хуйня, блядь. Скорость 90. Так-то охуительно, раньше, блядь, нравилось смотреть, сейчас что-то хуй забил, что не смотрели эту хуйню. Потому что одно и то же. Ну да, там, блядь, ебашит, ебашит. Не, раньше как-то интереснее снимали, что ли, или не знаю, там, поинтереснее что-то было. Сейчас как-то не то, блядь. Я Формулу-1 смотрел, тоже было интересно, когда еще Шумахри говорил. Сейчас я вообще не смотрю. Но... Нихуя они там, да, по 30, по сколько кругов, да, ебашит там, да. Ой. По 30 часов нахуй здесь, по сколько там часов ебашь? У них там 57 или сколько, 60 кругов там было ебаться. Ну типа не только полкруга, а эта трасса сама такая. А, это Янис едет, блядь, я думал, кто там сзади меня на. Кто-то, наверное, плохой. Саня, ты уебался, что ли? Да, у меня тут игра свернулась просто резко. А? Езжайте, я сейчас загоню. Тормози, блядь. Спасибо. Как тормознул, так у тебя лаги не поднимаешь. Было очень приятно. Понятно, а, нравилось, да? Могу
Да не очень. Нихуя себе струя с муравьиного хуя, да? Это да, раньше как-то интереснее бокс и все было, а сейчас, блядь, нихуя не интересно смотреть. Это еще одна дорога, дорога. Ну, регионалку бы вот так вот всю грунтовку бы сделали, блядь. У кого-то уносит уже. Ебать, у меня стол трясется, на руле вибрация стоит. Слышите? Камни, блядь. Ебать, как меня зацепило, блядь. What the fuck? Трейлер просто дрифтом пошел, блядь. Я видел. На машине вроде бы... Блядь, ни разу здесь, походу... Ни разу здесь не был, прикинь. Я был, я там накатались, когда тут еще такое машина стояла, тут такие пробки были. Ебать, это резко. Да, нафиг. Резко остановился, блядь. Чё, тебе сильно это стало? Да нет. Мне вообще ты нифига ущерба не нанес. 14. Ты прям резко тысяч тормознул, блядь. Да нихуя тут катакомбы, ебать, тоже тут первый раз. А мы же в основе-то в Скандинавию не ездили, на. Такое ощущение, как будто, Денис, ты там с кем-то дерешься, блядь, у тебя там... Там мы не были. Нет, нет, нахуй, блядь! И как здесь парковаться? Тут что, еще не нету коалиции? Или я? Ну, немножко не въехал, блядь, в камень, глушите двигатели и задний ход. Выключайте сразу. Кто припарковался? Что, поедем?
Все, скриншот сделан, можно разъезжать. А где место парковки? Я что-то не наблюдаю его. Ну что, сделали ли скриншот? Давно. А. Я же сказал. Не слышу. Блять, ебать, не той стороной, сука, заехал. Да не, вы что, нормально все? Сразу три в одном. Давай, пока, спасибо, конвой. Айко, я у нас Дискорда. Man Štrāls uzrakstīja, ka tas ir Grosso. Что здесь еще с программ Саром? Вот это триггер уводить.
ну, мне кажется, стоп. Эмпстейн. Tā blēst tev teicu, ko īsti labajā pusē vienkārši aizpēc cīt visu ar pistiem. Блять, капец, мы найс. Я снова ты сейчас пишу. Да, сир, но кроссовер. Не знаю. Эзин. А то у парады комаш кроссу. Парни, вы в Осло не поедете? Потом, потом. Дата все.
Es nav šķirā kapu kriekšanu spēlē. Nu? Vakar baseins atbraucīja. Vakar ierodzīja vakarā vēl. Vakar Jūs vēl palika kā trešie serveri, labi.
kur tas Daunis brauc? Jankis to pagaidīt. Es uz biusaku sev. Thank you.
О! Нормально, все, ты просто.